Испытание водой длится уже второй год. На опытных полях в Энгельском районе тестируют инновационную оросительную технику. Эту широкозахватную дождевальную машину изобрели на Энгельском заводе оросительных систем. Центр «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы помог предприятию с документацией на изобретение. Новая дождевальная машина носит название «Бамбук». Не случайно. Она такая же прочная, как это растение. И даже визуально напоминает его. Аналогов у бамбука в мире по применяемым материалам и технологиям нет. Управлять этой техникой можно дистанционно с помощью компьютера или телефона. В дождевальной машине использованы композитные трубы из стеклопластика. Оригинальный гидравлический привод – система управления круговым движением. Здесь не обычная композитная труба из стеклопластика. Здесь так называемая усиленная труба, которая состоит не только из оболочки, но и из продольных усилителей, как бы стрингеров. Между внутренней и внешней оболочки стоят стержни композитные. За счет этого жесткость трубы и прочность становится колоссальной просто. Я могу ответственно заявить, что невозможно эту трубу, которая стоит, ее поломать. Ее можно загнуть, значит, все что угодно, но сломать нереально. Бамбуком уже заинтересовались фермеры в нашем регионе. Скоро на Энгельском заводе приступят к промышленному производству этих дождевальных машин. Для начала сделают 20 экземпляров длиной в 0,5 километра. Потенциальные покупатели у нас есть. Мы сейчас просчитываем несколько проектов. Значит, это сельхозтоваропроизводители Саратовской области. Конкретно это Энгельский район, это Красноармейский район. То есть, да, работаем в комплексе над проектом под ключ, скажем так, полностью. То есть это установка мобильных насосных станций, это прокладка трубопроводов и непосредственно установка и изготовление растительных машин на полях. Сейчас саратовские поля поливают европейцы, американцы и та техника, которая осталась с советских времен. Дождевальные машины «Бамбук» легче и сильнее, а служить могут в два раза дольше. Надежда Новикова, Олег Бирюков, Саратов, 24.